23 декабря на базе школы номер 19 состоялся первый чемпионат города по ментальной арифметике ЮСИМАС. В соревнованиях приняли участие около 70 студентов школы ментальной арифметики города, среди них победители северокавказских соревнований и участники евразийского чемпионата, проходившего в Санкт-Петербурге. Слово для приветствия было предоставлено руководителю школы ЮСИМАС города Хасавюрт Асият Адиевой. Мы объявляем наши первые городские соревнования по ментальной арифметике открытыми. Цель проведения наших соревнований – предоставить нашим студентам продемонстрировать свои достижения и успехи в изучении ментальной арифметики. Искренне желаем нашим студентам успехов, удачи, незабываемых впечатлений и, конечно же, побед. Прежде чем приступить к решению арифметических задач, для участников и гостей чемпионата была подготовлена небольшая концертная программа. Со своей стороны родные и близкие воспитанников школы пожелали удачи и высоких результатов участникам чемпионата, руководству и педагогам, процветания, побед и достижений. Родители выражали слова признательности и благодарности за успехи детей не только по математике, но и по другим дисциплинам. Желаю всем нашим студентам удачи сегодня на соревнованиях, также дальнейших их соревнований. Что скажу про ЮСИМАС? Мы про ментальную арифметику слышали давно, но вот в прошлом году услышал, что открывается в Хасавюрте, очень порадовались этим. За это небольшое время могу сказать, что я как родитель уже вижу, замечаю положительную динамику у ребенка. Она повлияла не только на ее учебу в ЮСИМАС, также и в школе дает хорошие результаты. Это также, можно сказать, благодаря нашим профессиональным педагогам и кураторам. Большой труд, большая их заслуга, тоже отдельная благодарность им всем. Спасибо за такую возможность, которую предоставили нам, нашим детям, нашему городу для такого развития наших детей. Спасибо вам. Участникам чемпионата предлагалась серия заданий. Чтобы решить до 200 примеров на сложение и вычитание в уме и выполнить ментальный счет на абакусе, отводилось не более 8 минут. Во время решения заданий в зале вместо напряженной тишины можно было услышать тихое жужжание. Ребята с огромной скоростью передвигали бусинки счетов и меньше чем за 10 секунд уже знали ответ, записывали и переходили к следующему. Ментальная арифметика – это методика развития умственных и творческих способностей у детей на основе системы устного счета, что способствует развитию внутренней мотивации обучения. Цель турнира, по мнению организаторов, выявить детей, показывающих наивысшие результаты в изучении ментальной арифметики, популяризировать ментальную арифметику как интеллектуальный спорт. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».